Здравствуйте, меня зовут Максим Фролов, и в этом видеоролике я хочу с вами поделиться своей находкой, которая последние 2 недели стабильно мне приносит хорошие результаты, и я зарабатываю, сидя в интернете, ничего практически не делая. Давайте перейдем сразу к делу. Обратите внимание, что я вам ничего не собираюсь продавать здесь. Я вам расскажу, покажу, как это выглядит. От вас будет небольшая просьба лишь сделать репост данного видеоролика, чтобы все те, кто до сих пор искали возможность зарабатывать в интернете, чтобы уже наконец обрели свою финансовую свободу. Давайте, значит, перейдем на тот самый ресурс, в котором я зарабатываю. Пройдем по ссылочке внизу. Регистрация на этом сервисе происходит через социальные сети. То есть, если у вас есть какая-то из социальных сетей, можете через нее пройти регистрацию. Если же нет, то несложно ее завести. Я буду авторизироваться через социальную сеть ВКонтакте. Вот, собственно говоря, тот самый сервис. И давайте вкратце я вам расскажу, чем он занимается и на чем зарабатывают обычные простые пользователи. Значит, на данный момент у этого проекта в партнерстве есть 5 стартап-проектов, скажем, где, инвестируя, допустим, в тот или иной стартап, например, тот же самый 7D-кинотеатр в городе Воронеже, инвестируя всего 100 рублей, мы ежемесячно, круглый год, будем иметь 3000 рублей. Ну, плюс-минус 1% там. Да? То есть, также можно рассмотреть инвест-проект как батут-центр города Калуга. Инвестируя в этот проект 500 рублей, мы ежемесячно целый год будем иметь по 15 тысяч рублей. Значит, как это выглядит на деле? 2 недели назад я случайно наткнулся на этот ресурс. И как я для себя понял, что с одного компьютера нельзя использовать более одного аккаунта. Поэтому за эти 2 недели я успел как бы подкопить немножечко денежек и скупил уже второй как бы компьютер. Поэтому вам сейчас показываю уже на своем новом аккаунте. Конечно же, мы вернемся к моему и старому аккаунту, где я вам покажу в прямом эфире, как я вывожу оттуда заработанные средства и куда вывожу. Да? А сейчас я вам покажу, как, насколько просто здесь зарабатывать простому пользователю, не имея никаких знаний в области инвестиций, в области интернет-маркетинга и так далее, и так далее. Для того, чтобы инвестировать в проект 99 рублей и начать зарабатывать ежемесячно 3000 рублей, нам достаточно иметь код активации самого инвест-проекта. Для этого мы с вами нажимаем на кнопку «Инвестировать». Обратите внимание, что форма оплаты у каждого из вас может быть разная. Это, по-моему, зависит от вашего местоположения. То есть, если вы находитесь в Германии, в России, в Украине, вот от этих вот нюансов как бы зависит форма оплаты. Введем имя. Введем почту, на которую мы хотим получить код активации. И, насколько я уже понял, телефон не обязательно вводить, потому что код активации все равно приходит на почту. Выбираем удобный способ оплаты. В данном случае я буду оплачивать через Visa MasterCard. Но перед этим я хочу вам показать свой кошелек Сбербанк Онлайн. Почему? Потому что через буквально 5-10 минут мы выведем уже заработанные средства с моего старого аккаунта. Так как я вам говорил, что буквально 2 недели назад я инвестировал во все эти 5 проектов, я успел на них заработать небольшую сумму и приобрел как бы новый ноутбук. Поэтому сейчас на моем балансе там абсолютно практически ничего не осталось, но этого будет достаточно для того, чтобы сделать новую инвестицию в новом аккаунте. Ну а чуть позже, как бы заработав еще немножечко, мы сможем купить уже даже третий ноутбук. Так, ждем подтверждения входа через смс-пароль. Так. Итак, сейчас у нас на балансе 1094 рубля. Еще раз повторюсь, буквально вчера вечером я купил новый ноутбук. Оплачивать мы будем также с этой карты, и вы в прямом эфире все, весь этот процесс увидите у себя. Так, вернемся к форме оплаты, выберем Visa Card, нажмем «Готово». Нам нужно оплатить 99 рублей, вводим номер карты. Честно говоря, сам был в шоке после того, как первый же день я смог там снять первые 500 рублей, потом еще инвестировал.
на второй день уже 2-3 тысячи рублей. Ну, это на самом деле забавно, и не стоит заморачивать свою голову, учить какие-то там методики по заработку в сети. Вообще все легко и просто. Инвестировал, больше ничего не делаешь, ждешь, сейчас просто вы увидите, как в режиме онлайн времени финансы там растут. И просто ждешь, то есть ничего не делая. Жаль, конечно, что с одного компьютера несколько аккаунтов невозможно открывать, но это мне не помешало как бы заняться этим вплотную. Вводим пароль подтверждения. Нажимаем «Отправить» и возвращаемся на почту. Обновим почту. Оп, вот и наше сообщение. Вы успешно оплатили заказ. Значит, заходим, открываем сообщение, проходим по ссылке и нажимаем «Перейти». Нам дается ссылка для скачивания. Скачиваем. Открываем код активации. Код активации есть. 1745. Берем, копируем код, возвращаемся в наш магазин и вводим сюда ключ активации. Вставляем, нажимаем ОК. И хопа! Вот оно пошло. Баланс потихонечку сейчас начнет расти. Ну, здесь он примерно будет расти 100 рублей в сутки, так как инвестиции маленькие и ежемесячный доход составляет всего лишь 3000 рублей. Давайте мы вместе с вами инвестируем во все эти проекты. Вы увидите, какова скорость прироста дохода. Ну, а дальше как бы сделаем вывод средств из моего первого аккаунта. Давайте я проинвестирую сейчас 749 рублей. Так, нажимаем «Инвестировать». Опять же, почта остается та же самая, имя оставляю то же самое. Оплачиваем также через Visa MasterCard. Нажимаем «Готово». Снова нам нужно вводить номер карты. Вводим номер карты CVV. Нажимаем «Заплатить». Так, у нас на балансе карты должно было остаться порядка 900 с чем-то рублей. Давайте еще раз в Сбербанк онлайн зайдем. Но нам уже пришло сообщение об оплате. Сейчас мы его быстренько введем. Пять, один, пять, три, четыре. Подтверждаем. Смотрим. Ага, с нашего баланса еще даже не сняли эти средства. Ну, обновление в Сбербанке происходит, по-моему, в течение 5 минут. Но мы сейчас заплатим. Но мы сейчас оплатим инвестиции в размере 749 рублей. Так, сюда нужно нам вводить пароль. 4, 2. Нажимаем «Отправить». Позже обновим, значит, Сбербанк, чтобы убедиться, что средства сняли со счета. Здесь напрямую, в принципе, можно возвращаться в магазин для того, чтобы взять активационные ключи, или же обратно возвращаться на почту и ждать письма. Но так как письмо у нас в прошлый раз где-то минуту шло, мы можем сразу напрямую после оплаты вернуться в магазин и нажать на «Скачать». Нажимаем «Скачать». Видим третий активационный ключ. Так, код взяли. Возвращаемся в наш инвест-магазин. Вот смотри, допустим, если вы взяли... Вот, допустим, если вы приобрели ключ на инвестиции в 99 рублей, то этот ключ больше никуда не подойдет. Если я сейчас на данный момент инвестировал 749 рублей, то, допустим, я его попробую сюда ввести. Нажму «ОК». Видите, он мне покажет, что ошибка. То есть ключ, ну, неправильно введен. Мы его введем правильно в свое место. Нажмем «ОК». И хоп, баланс начал увеличиваться. Видите, здесь почти в 3 раза быстрее
растет баланс. Итак, давайте я сейчас проинвестирую все эти 5 проектов. Я поставлю на паузу, чтобы лишний раз не отнимать у вас вот это вот время на платежки. Куплю все эти 3 ключа и еще раз покажу вам, как работает этот сам проект. Ну, немножечко расскажу о самом проекте. Итак, я уже произвел оплату второго, ввел ключ, произвел оплату четвертого, заново вводим ключ. Нажимаем активировать. Мы видим, что наш баланс уже начал пополняться. Сейчас произведем последнюю оплату. Итак, произвели последнюю оплату. Ввожу ключ. Обратите внимание, я вырезал эти части видео, чтобы лишний раз как бы ваше не отнимать время. Так, проинвестировали во все 5 проектов. Видите, здесь скорость абсолютно другая. Ну, учитывая, что 90 тысяч в месяц мы зарабатываем из последнего проекта, то здесь в среднем в день выходит зарабатывать 3000. А здесь в среднем на четвертом проекте производства модульных картин города Москва мы зарабатываем примерно 2000 рублей в день. В этом проекте фитнес-клуб Golden Fitness в городе Тамбов мы зарабатываем порядка 1000 рублей в день. Кстати, я сначала сомневался, что это все обман, как это так инвестируешь и зарабатываешь. А потом реально прошелся по этим производствам, по вот этим вот стартапам. Они действительно существуют, они есть. Даже был удивлен, насколько они быстро развиваются, эти проекты. И мне кажется, что они на самом деле развиваются посредством того, что вот ищут инвесторов, таких как мы, вообще простых людей, других каких-то инвесторов. Открывают новые проекты, за счет этого как бы у них и получается нам выплачивать как бы наши проценты, скажем, да. Итак, вы видите, насколько быстро растут инвестиции. То есть, пока мы разговариваем, инвестиции растут и растут и растут в геометрическом порядке. Но, как я вам и обещал, сейчас мы вернемся в мой старый аккаунт на другом компьютере. И я вам покажу, сколько я оттуда вывожу заработанные средства. И как я вывожу оттуда свой заработок. Итак, мы вернулись за мой другой компьютер, где у меня есть еще один аккаунт на этой платформе. И я покажу вам свой заработок уже за сегодняшний день, потому что я вчера вечером тоже выводил отсюда заработанные средства. Ну, где-то я вывожу, где-то не вывожу. То есть, как бы здесь минимальный вывод средств составляет 500 рублей, поэтому я, допустим, не могу отсюда вывести средства. Вот отсюда не могу. Вот здесь могу уже вывести. Здесь также не могу вывести еще. Значит, как это происходит? Жмем на кнопку «Вывести средства», допустим, и подаем заявку на вывод средств. Прописываем свой ФИО. И придумаем себе ник в сервисе. Допустим, как вот в примере будет там написано, да? Ну, вот видите, с левой стороны отображаются примеры ников, скажем, да. Главное, чтобы наш ник как бы не повторялся в сервисе. Ну, я обычно вообще цифры использую, потому что уверен, что как бы они не повторяются. И это не имеет значения, оно ничем не мешает. Здесь просто нужно указать им ник свой для того, чтобы они статистику выставляли. И выбираем из списка свой банк, ну или, соответственно, номер карты, или куда, в общем, выводятся заработанные средства. Я вывожу на Kiwi, на Яндекс и на Visa Card. На данный момент я выведу на Visa MasterCard. Пропишу номер карты свой. Но перед этим давайте еще раз вернемся в Сбербанк. Посмотрим, уже сняли ли средства с карты. Так, возвращаемся в свой Сбер. Обновляем. О, видите, то есть средства списались за оба платежа. То есть там, по-моему, было 1090 с чем-то рублей. Списалось порядка 850 рублей. Ну, примерно вот осталось 246 рублей. Ничего страшного, сейчас мы выведем 500 рублей. И уже первые пополнения будут за сегодняшний день. Возвращаемся обратно в свой аккаунт. Нажимаем «Отправить заявку». Спасибо, ваша заявка отправлена. В ближайшее время вам поступят средства. Теперь нам нужно подождать. Я по своим наблюдениям понял, что выводятся средства моментально, поэтому давайте зайдем в Сбербанк и будем обновлять наш профиль, чтобы увидеть, когда поступят средства. Хоп, средства пополнились. Да, даже минуты не прошло.
Давайте еще раз вернемся в мой новый профиль, который я сегодня прямо на ваших глазах создал, и посмотрим, как это выглядит. Это обычная платформа по инвестициям. То есть инвестируете 99 рублей, зарабатываете 3000. Инвестируете на все 5 проектов. Здесь примерный заработок ваш составит 240 или 250 тысяч в месяц. По моим наблюдениям, как бы я общаюсь со службой поддержки, и я спросил, как бы будут ли еще проекты, потому что ну, 200-250 тысяч хорошо, но хотелось бы побольше. Да? Они говорят, что переговоры ведутся, и возможно, как бы в ближайшее время добавятся еще проекты. Все проекты, которые добавляются, мне так кажется, они будут ниже, то есть последнего этого проекта. Пока что мне этого хватает. Я за 2 недели заработал себе на ноутбук, на свои какие-то нужды. И вот уже второй аккаунт открыл. И мне вот реально на этих эмоциях захотелось людям показать, насколько это просто, да. У меня к вам будет только единственная маленькая просьба. На самом деле я сделал этот видеоролик специально для вас, и я его отдаю вам бесплатно. То есть не нужно за него платить, потому что я привык сам в интернете покупать всякого рода обучающие курсы, методики заработка, которые реально мне ничего не приносили. Ну, если даже приносили, то по мелочи, да. И когда я эту методику нашел, мне самому на эмоциях захотелось рассказать большому количеству нуждающихся в таких интернет-проектах. И зная себя, что я в свое время устал платить, знаю, что вам тоже это не нужно. Поэтому у меня к вам просьба просто поделиться этим видеороликом в своих одних из социальных сетей. Это будет ваша награда мне, ну а моя награда будет то, что я вам показал реально действительно рабочий сервис, который позволяет буквально абсолютно каждому человеку зарабатывать, просто инвестируя и больше ничего не делая. Еще раз повторюсь, регистрация простая, жмем на Real Investment, выбираем удобный для себя сервис регистрации, жмем на сервис регистрации, попадаем в личный кабинет, соответственно, и делаем инвестиции. Хочу заострить ваше внимание на некотором моменте. Код активации, который вы получаете, его не нужно терять. Сейчас объясню по каким причинам. Если вы инвестировали там во все проекты, выпишите все эти 5 кодов к себе вот так вот, как я сделал, да, и сохраните его в каком-нибудь документике. Почему? Потому что, когда вы заново заходите на свой профиль, к примеру, да, обновить, да, то здесь не виден прирост вашего баланса. Для этого просто достаточно ввести свой код активации, то есть скопировав его, вводим, нажимаем ОК, и наш баланс становится именно тем, каким он был до того, как мы, допустим, выключили компьютер, или же там интернет у нас пропал, это вообще не имеет значения. Вам важно, чтобы интернет был только в момент инвестиций. И вводим ключи свои. Это, допустим, у меня 5-й ключ. Я его введу. Ну вот, собственно говоря, видно, что за 5-10 минут на 21 рубль мы стали богаче. Итак, дорогие друзья, инвестируйте, начинайте выводить заработанные средства. Мой вам совет не начинать с 99 рублей, потому что пока вы 3000 рублей заработаете, пройдет целый месяц. Я в первый же день инвестировал 500 рублей и 749 рублей. На следующий день, когда я уже заработал небольшую сумму, я сразу же взял эти оба проекта, то есть у меня уже хватало средств. Ну а те, которые имеют возможность вообще сразу инвестировать, как я вот, допустим, сейчас инвестировал на все проекты, да, то можете моментально инвестировать, не терять ни секунды времени, и уже прямо сегодня можете вывести свои первые там 5000 рублей, как я это, допустим, вечером сделаю. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.